Так, что тут? Уважаемые собственники, с целью доступа к инженерным коммуникациям для предотвращения аварийных ситуаций, просим вас передать в управляющую организацию актуальные контактные данные. Угу. Объявление с подобным содержанием вы можете найти в своем почтовом ящике. Не подумайте, что это мошенники. В связи с началом отопительного сезона управляющие компании обновляют данные о владельцах квартир. Сейчас ведем активную работу с населением по уведомлению о том, что в случае отъезда они нас информировали о том, что они отъехали в первую очередь и давали информацию, где мы можем оперативно, с кем можем оперативно связаться для того, чтобы иметь доступ в жилое помещение. Это чаще всего связано все-таки с аварийными ситуациями, опять же, повторюсь, на сетях газоснабжения, сетях водоснабжения, канализация или теплоснабжения. Информируют жильцов разными способами. Сообщения рассылают в общедомовые чаты, передают через старших по домам, вешают объявления на стендах или оставляют в почтовых ящиках. И даже приходят в квартиры лично. Здравствуйте. С управляющей компанией. Возьмите листовочку. В случае вашего отъезда проинформируйте управляющую компанию о вашем местонахождении, контактные данные. Хорошо. В основном жители относятся к просьбе ответственно. Многие передали дополнительные ключи от квартиры своим соседям или оставили специалистам управляющей организации. Чтобы и соседи не затопить, вообще мало ли что может быть. Вы, если что, свои ключи оставите у родственников? Конечно, конечно. Спасибо. Более того, они уже есть у них. Нам стоит только позвонить. В случае ЧП каждая лишняя минута на вес золота, поэтому данные о владельце, номер телефона и его местонахождение вносятся в специальный журнал. Благодаря этому списку найти запасной ключ в случае необходимости будет легко. Вот, допустим, у меня была сегодня женщина, она пришла сама, самостоятельно сообщила, вот я себе красным пометила, внесла ее в табличку, сообщила телефон соседки и номер квартиры соседки, где ключ. Помните, что авария в одной квартире может стать причиной ЧП во всей многоэтажке. Поэтому, уезжая, поставьте в известность свою управляющую компанию. Это поможет избежать возможных неприятных последствий. Анастасия Ильина, Денис Бобков, Белгород Медиа.